Продолжаем выпуск. Платить за электроэнергию, узнать состояние лицевого счета, заключить договор энергоснабжения. Все это теперь можно сделать в новом центре обслуживания клиентов. Он открылся в Махачкале на базе Дагестанской энергосбытовой компании при поддержке депутата Госдумы России Абдулгамида Эмиргамзаева. Сделано это для удобства потребителей, ведь ЦОК расположен в центре города. Все, что делается, то все делается на самом деле для горожан. Да? Мне на самом деле приходили, обращались, много раз писали письма. Но я, в свою очередь, хочу поблагодарить вот здесь два человека. Это Муртазин Магомедович и Эльдар Гаджибабая. Пришлось обратиться, что вот так народ просит, народ для удобства. Они моментально откликнулись на просьбу, в том числе Министерство энергетики моментально поддержало. Открытие центра обслуживания клиентов позволит максимально упростить работу с потребителями, сделать ее еще более прозрачной и эффективной. Для удобства людей создано мобильное приложение, которое может скачать себе на телефон любой пользователь современных гаджетов и воспользоваться услугами компании, не выходя из дома. В скором времени в столице могут появиться еще 4 таких центра в других районах Махачкалы. При этом будет расширяться и перечень предоставляемых услуг. Все массово просили открыть центр. Именно вот здесь, чтобы было удобно. Когда-то здесь был центр небольшой. Я думаю, что народ оценит, люди будут сюда ходить, очень удобно. Но мы в первую очередь будем первые плательщики.